Состояние строительной отрасли Алтайского края. В 2017 году объем строительных работ составил 40,4 миллиарда рублей. Строительная отрасль Алтайского края – это застройщики, подрядчики, производители строительных материалов, проектировщики и изыскатели, ресурсоснабжающие организации, административные структуры, образование, банки. Это 2000 компаний, в которых работает свыше 20,5 тысяч человек. В 2017 году в Алтайском крае построили 630 тысяч квадратных метров жилья. Из них 381,8 тысяч квадратных метров в Барнауле. Сейчас в Алтайском крае строится 140 многоквартирных домов жилой площадью около 1,3 миллиона квадратных метров. Миллион квадратных метров жилья в год. К таким результатам должна прийти строительная отрасль Алтайского края в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина. Дорогие строители! Сибирская генерирующая компания поздравляет вас с профессиональным праздником! Плоды вашей профессиональной работы, соответствующие высоким мировым стандартам, из года в год преображают Алтайский край. Современные образовательные кластеры, жилые кварталы делают его привлекательным для жизни. Сибирская генерирующая компания вместе с вами каждый день работает для того, чтобы наш родной край процветал, был теплым и комфортным. Построим лучшее будущее вместе с праздником. Если кто еще не знает, я открою вам секрет. В нашем доме проживает удивительный сосед. Не похож он на героя. Просто мал и слишком худ. Но дома такие строят, что до неба достают. За кирпичиком кирпичик. Вот и вырос новый дом. Целых 100 квартир отличных поместилось сразу в нем. Очень рада, новоселый. Все спасибо говорят. А еще за почту, школу, магазин и детский сад. Не похож он на героя. Не пишут книг о нем. Зато он горцы. Тот, в котором мы живем. Как изменился облик Барнаула в последнее время? Ну, за последние несколько лет в Барнауле изменилось очень многое. Очень радует, что администрация, не жалея денег, выделяет. У нас появляются качественные дороги. По проекту безопасной качественной дороги меняется очень сильно, вернее, восстанавливается очень сильно историческая часть города. Радует восстановление Нагорного парка. Появилась замечательная набережная города Барнаула, где теперь можно приятно провести вечер с любимой, погулять. Ну и в целом очень много реконструируется зданий старых, возводятся новые микрорайоны просто огромными темпами. И эти микрорайоны очень качественные, красивые, с отличной инфраструктурой. Там сразу школы, детские сады, детские площадки идут. Это очень удобно для молодых семей. Да, современные мне больше всего нравятся районы, потому что в них очень уютно. У них есть где проводить время, и вообще в нашем городе больше мест таких становится хороших, и это здорово. За последние несколько лет Барнаул очень преобразился, стал более современным, красивым. Появились новые здания, они похожие друг на друга. Мне очень нравится, как город выглядит сейчас. Какое место в городе у вас самое любимое и почему? Набережная. Ну да, набережная и Нагорный парк. Вот после реконструкции просто, ну, шикарное место для прогулок. Да, практически каждый день, но рядом, конечно, это Арбат Барнаульский и вообще Ленинский проспект. Центр города, конечно. Мне нравится место вот на Старом базаре, новый Барнаульский Арбат с медведем. Тихое, спокойное место, там приятно посидеть, просто прогуляться. Что бы вы хотели пожелать строителям в их профессиональный праздник? Хотелось бы пожелать здоровья, творческих успехов, материального благополучия, чтобы развивались и продолжали развивать и преображать наш город. Ну, конечно, в первую очередь хочется пожелать того, чтобы продолжали такими же темпами делать красивым наш замечательный город. Ну и в первую очередь профессиональных успехов, здоровья, обогащения во всех смыслах слова, чтобы наш город рос, процветал и становился. С праздником, конечно. Всех профессий очень много. Их нельзя себе перечесть. И везде
работу видно, хоть подняться, хоть висеть. Есть профессия такая, все видны ее дела. Выйди в буяны ямы, а теперь ты от дома. Проезжаешь и проходишь. Что-то делает народ. И людей совсем немного. Просто ходит, зад пьет. Проезжаешь через годик. Боже мой, вот красота. Здесь стоит дворец прекрасный. Это ж диво, чудеса.